Здорово, ребят. Значит, появилась наконец-то в Play Market наша Arena Breakout. Но скачать ее можно только через VPN. Выбираю, значит, любой, значит, бесплатный VPN в Play Market. В данном случае я вот пользуюсь вот такой Quark VPN. Вам нужно выбрать либо Австралию, либо Новая Зеландия, либо Филиппины, какую-нибудь страну, значит, выберите. И надо нажать через эти три страны, значит, только так. Вот видите, мне не получается скачать, потому что я выключил VPN. Вот видите, не удается скачивать. Я вот нашел, получается, в Play Market через VPN эту игру, но скачать не удается. Значит, заходим обратно значит, в этот VPN. Так, я тут сейчас посмотрел, хватает ли мне места. То есть, видите, я вот сначала не понял, почему не скачивается, потому что я выключил VPN. Заходим, так, где наша Австралия? Вот она, Австралия. Ставим Австралию. Значит, коннектим. И заходим в Play Market. Все, установить. Все, ребят. Так как сейчас качают все, кому не лень, все, кто знает эту информацию. Это будет очень долго, ребят. Нужно немножечко подождать. У меня это заняло очень много времени. Пока ждал, пока дойдет до меня очередь. Я так понял, сервер перегружен, все скачивают. В общем, ну, в итоге я скачал. Значит, я это не записал, конечно. Хотел, конечно, записать, но не получилось. Просто довожу до вас информацию, что качать уже можно. Но поиграть, к сожалению, пока в нее нельзя. Значит, 18 числа только откроются сервера и в нее могут поиграть. Те, у кого, значит, нету Винчата, не было, не можете зарегистрироваться. Вот вам, пожалуйста, значит, способ поиграть в эту замечательную игру. Так, ребят, наконец-то я скачал ее. Сейчас, значит, попробую открыть. Как я уже сказал, поиграть в нее пока нельзя. Сервер только откроется 18 числа. Просто вам покажу, что я, ну, короче, что именно можно скачать, пока есть этот клиент. В принципе, тут уже как бы можно уже видеть, что уже не явно не китайские иероглифы, уже более знакомые английской, значит, буквы нам. Это уже хорошо. Я уже пытался, значит, зайти через Google, через просто как гость. И игра не пускает, так как пишет, еще бета-тест не начался. Да, и еще вам нужно зарегистрироваться на бета-тест. Вам должно прийти вот такое вот письмо, что вы зарегистрированы. Значит, вам нужно перейти на официальный сайт Arena Breakout и просто подать заявку, дождаться, значит, ответа от разработчиков. Значит, ссылочку я оставлю под этим видео, где надо вот пройти вот такую вот анкеточку, заполнить и подать заявку. Вам нужен email. И вот отметьте тут, какие игры вы играете. Escape from Tarkov нажать, значит, обязательно. Ну и, соответственно, Android или iOS.